Там какая-то чупа! Всем привет, с вами Чибиси, и мы с вами. Что это такое у нас на экране? Что это такое? Не о море ли? Капец, мы уже 5 часов отыграли. Что у нас тут происходит? Здорово, Базиль. Это игра для зумеров какая-то? А я кто, по-вашему? Что делать-то надо? Есть какая-то инструкция? О, у меня 1 хп! Это комната Базиля, 100%. Фотоаппарат Базиля покрыт пылью. Как так можно с фотоаппаратом? Давайте поговорим с кем-нибудь. Здорово. А это кто? Ты кто? Полли. Сегодня на ужин я хочу сделать овощной суп с курицей. Чё думаете? Суп или овощи? А, суп и овощи? Звучит вкусно и питательно. Ты правда так думаешь? Я боялась, что вы расстроитесь. Мне всегда говорили, что моя еда пресная. Не парьтесь о том, что думают другие. Мне вся еда нравится. Съем все, что дадут. Люмин, что ли, там стоит? Нет, это Базиль. Это я. Ужин скоро будет готов. Пожалуйста, чувствуйте себя как дома. Пошлите со мной поговорим. У нас конфа по Таркову называлась Базиль Рул 34. Что? О, привет, Чиби. Все? Это все, что ты хотел? Сохранка! А зачем? С тобой может поговорить? Ну, это мы все знаем. Я Самори, фанбой Фури, играл в Тарков. Целевая аудитория. Может, не фанбой, а фембой? Да что делать? Холодильник открыть. Капуста, морковка, грибы и тофу. На диван можешь сесть? Журнал почитать? О, точно! Нет? Так все и было. За стол сесть. Мусорка? Цветочек? Цветы в горшочках. Да, кстати, Басрич, как говорится, говоришь на меня, переводишь на себя. Это камень в твой огород тоже. Что делать? Ой, ты кто? Дед? А, бабушка Базила. Ровно дышит. Цветочек. Орхидея белая цапля. На языке цветов она символизирует фразу «Я буду думать о тебе даже во сне». Появление. Базированная бабушка. О, Чиби. Не ожидал тебя здесь увидеть. Ха-ха. Как у тебя дела, Чиби? У тебя все в порядке? Ну ладно. Неважно. Бабушка нас не слышит, ты знаешь? В последнее время она не очень хорошо себя чувствует. Уже 4 года прошло, да? Приятно знать, что ты все еще где-то рядом. Даже если ненадолго.
Вот. Возьми мой фотоальбом. Я хочу, чтобы он был у тебя. Я доверяю его тебе, ладно? Я подумал, что тебе он нужнее, чем мне. Базил отдал тебе фотоальбом. Многое прошло с тех пор, как я сделал эти снимки. Иногда мне кажется, будто все это плохой сон. Уже трудно вспомнить, но я думаю, что все это время я делал снимки того, что больше всего боялся потерять. Листая этот альбом, ты все еще можешь увидеть хорошие времена. Может, однажды все снова будет как прежде. Чиби! Базиль! Ужин готов! Хорошо, идем. Жрац! Жрац! Домашний ужин Поли и Кева. Хочешь поесть? Да. Пусть мне восстановит это ХП. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Все очень вкусно! Вы лучшая, Поли! А, ерунда. Я просто следовала рецептам бабушки. Спасибо, что помог, Кел. Ням-н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 ям. Как я уже упоминал ранее, Поли, завтра мой старший брат Хиро наконец-то вернется из колледжа. Фотографировал то, что боялся потерять, а там на первой странице 150 онлайн очибистей. Вы расстроили Чиба. Моя мама подготавливает дом и все такое, как бешеная. Ням. Мне не очень хочется там быть. И все равно, ням. Мне не терпится с ним увидеться. Ням. Каждый раз, когда он возвращается, первым делом мы меряемся ростом. Ням. И этот год тот самый. Ням. Когда я наконец-то буду выше него. Я нутром это чувствую. Хе-хе. Похоже, вы близки с братом. Это хорошо. Семья — это важно. Семья — это святое. Эй, эй! Чё ты там делаешь с фотоальбомом Базиля с Чиби? Ох, я подарил его. Я подумал, что лучше пусть будет так. Ого, серьезно? Очень мило с твоей стороны. Логично. Тем более, что Чиби переезжает и все такое. Что? Чиби переезжает? Так точно! Я думал, что я уже говорил об этом. Должно быть, забыл. Он переезжает через 3 дня вроде. Прости, я думал, ты уже знаешь. Сейчас у Базиля будет истерика. Ох, нет, наверное, я не расслышал. Простите. Можно мне отойти? Мне нужно в уборную. Бедный Базиль. Что с ним такое? Ну, такова жизнь. Если нужно отойти, то нужно отойти. Ауф. Надо КГ готовиться, а я сижу и смотрю, как Чибиси играет в Амори. Да. Ты куда? Ты чего, Чиби? Бесплатный ужин. А, мне надо в уборную к Базилию. Там будет что-то интересное. Нет? А это вообще комната Базилии. А где тут уборная? Вот это? Все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо. А, это ты, Чиби? Ты здесь?
Я так рад. Ты тоже это видишь, правда? Что-то у тебя за спиной. Чиби, почему? Почему ты так напуган? Все еще один хп? Да. Слушай, пойду-ка я отсюда. Подожди, пожалуйста, Чиби, не оставляй меня. Только не снова. Грустненько. Эй, Чиби! Похоже, время расходиться по домам. У нас уже прошло время отбоя. Так что да. Кстати, Полли, если я понадоблюсь, вот мой адрес. Я живу в соседнем квартале. Спасибо, Кел, ты очень милый. Тихо, да ерунда. Передайте Базилю, что я попрощался. А, мы уходим. Собирайтесь, собачки, мы уходим. Взяли, оставили Базили. Ай, тут как-то теперь вернуться надо. Ё-моё. Может, сюда? Не стоит беспокоить людей так поздно ночью. А куда идти-то? Сейчас я опять потеряюсь. Так, это церковь. Иди под машину. Хороший план, отличный, надежный, как швейцарские часы. Не, подожди, я помню, вот тут что-то было, да? Тут что-то тоже было. А мы шли. Читайте мысли. Да подождите. Вам, блин, лишь бы под машину запрыгнуть. Так. Угу. Угу. Где дом у Амори? Я не знаю, где он живет. Ты где живешь, чел? Ремонт дороги. Под машину будет good ending. О, киски. Торговый автомат. Прикольно, киски. Еще киски. Много. Мяу. Так. Ищем дома море часа 4. Ты почему на вопрос коту не ответил? Это был провокационный вопрос. Где-то здесь, по-моему, Амори живет. Вот где-то вот тут. Сначала сохранимся. Эй, Чиби! Спасибо, что провел со мной сегодня весь день. Прости за неприятности. Безумное было приключение, да? По тебе видно, что ты давно ни с кем не разговаривал. Но ничего страшного. Пау-пау-пау-пау. Точнее, тяу-тяу-тяу-тяу. Это приходит с практикой. В общем, завтра Хиро возвращается из колледжа, и я уверен, что он был бы рад тебя... Увидеть тебя перед отъездом. О, Ясуми. О, Ясуми. Привет, Рисусурна.
Угу, привет, Овл Лавер. Так что, если ты не против, я приду за тобой завтра утром. Матвей Садртыдинов, привет! Доброй ночи, Чиби. Сладких снов. Сладких снов! Сейчас опять стримота какая-нибудь будет. Готовьтесь, сейчас скример вылетит. О! А весело тут у вас. Приходишь такой домой, а тут гигантская паутина преграждает путь. О! Ну все, сейчас начнется. Минусуха, я в наушнике был. Я испугался, честно. Кого бить надо? Порезали паутину. Изнутри коробки доносится шепот. Ты кто? Понятно. Нифига себе у него лестница. Просто 2 часа подъема по лестнице. Ой. Ой. Здравствуйте. Вы кто? Вы Чебурашка? Он ушел. Он ушел. Там какая-то чупа. Вот это я испугался. Я просто этого не показал, но я испугался. Вот эта тварь. О, у меня 80 жизней. Давайте попробуем бежать. Мы не можем бежать. Атака, что-то. Какое оно хорошенькое. Что-то заматывает Чиби в липкую паутину. Чиби атакует что-то. Провал. Что-то пробует говорить. Чиби проваливает атаку. Что-то кусает Чиби. Это ни к чему не приведет, а Чиби. Я не могу бежать от него. Кажется, будто происходит слишком много вещей. Тебе нужно отбросить мелкие детали и осознать, что важно. Ты очищаешь сознание и вспоминаешь, как сосредоточиться. Так, это навык, да, сосредоточиться? Успокоиться, делаем спокойствие.
Чиби фокусируется. На Могус вместо тела. Да-да-да-да-да. Фуф. Теперь можно и поспать. Вон, ну пришел такой. Теперь можно и поспать. Очень мягкая кровать. Хочешь лечь спать? Сейчас мультик будет. Куда Базиль пропал? Куда дверь сперли? Страшно, амогусы страшные. Добро пожаловать в белое пространство. Ты находишься здесь столько, сколько себя помнишь. О, Ясуми. Мне дали ачивку о, Ясуми. Ну что ж, я знаю, что с этим надо делать. Ну, во-первых, сохраниться надо. Это блокнот. А вот это, кстати, осуждаю. С возвращением. Вот видишь, Хиро, я же говорю тебе не беспокоиться. Амори всегда появляется, когда он нужен. У тебя все хорошо, Амори? Мы волновались. Раз уж ты здесь, пошли искать Базиля. Он на нас рассчитывает. Подожди, Кел, сначала надо убедиться, что Амори в порядке. Ну или вы с Хиро можете пойти без нас. Ну же, Амори, пойдем на поиски вместе. Только мы вдвоем. Эй, вы не можете нас бросить. Обри, он прав, мы должны держаться вместе. Никогда не знаешь, когда тебе понадобится помощь. Мы сильнее, когда работаем сообща. Мы с Амори и сами прекрасно справимся. Ты же меня защитишь, Амори? Фу, отвратительно, не на людях же. Перестань, Обри, будь серьезней. Пойдем скажем Мари, что Амори в порядке. Ты же знаешь, как она о нем волнуется. Ладно, ладно, хорошо. Я просто пыталась повеселиться. Псс. Идешь гулять, Амори? Псс. Вот тебе на карманные расходы. 750 гребешков. А можно мне такое? Я тоже хочу такую змею, которая мне на карманные расходы будет давать. А мы куда идем? А можно сохраниться? А что мы делаем? А кто мы? А зачем мы? А, к Мари, да, надо? Ну, к Мари это не сюда. Так, карта, да? На какую? На Q, на Tab? Ой. Ой. Чё? Я хотел карту посмотреть, тут карты нету. Нам, ну нам тоже не наверх, ну может быть нам наверх.
Ну, типа... Это что вообще такое? Почему звуки как в этом, блин? Как в оно. Чапаем отсюда. Чипи-чипи, чапа-чапа, дупи-дупи, дапа-дапа. Чё вы тут устроили? Ух ты, ух ты! О да, о да! О боже, о боже! Ой-ой, ой-ой! Да. А? А вас как-то обойти можно? Нет, нам не сюда. Возможно, нам вниз. О! Эй, Мари, смотри, а море с нами. А море? Прекрати так пропадать. Мое сердце такими темпами не выдержит. От Базилия все еще не следа? Где же он может быть? Мы не уверены. Мы везде его искали, и все равно ничего. Эх, надеюсь, Базиль в порядке. Я так по нему скучаю. Да, конечно, ты его битой сбила. Ага, я скучаю по его тем рассказам о штуках, которые ему нравятся. Ну, про цветы. И фотки. И искусство. И книжки. Мои волосы так запутались. Скучаю по тому, как Базиль мне их расчесывал. Амори, может, ты мне их расчешешь? Ну, а мне не хватает его напоминаний мыть руки. Гляньте, какие грязные. Фу, Кел. Кел, тебе все равно стоит мыть руки. Ребята, я знаю, что сейчас трудно, но мы не должны падать духом. Нам нужно попытаться быть как Базиль. Даже когда ему грустно, он находит в себе силы улыбаться. Так, есть места, где вы еще не смотрели? Ну, к западу от пня есть лес, но... Он противный, там полно пауков. Фу, пауки. Ну, вы знаете, что это значит. Время снова посмотреть страху в глаза, братик. И тебе тоже, Хиро. Давай, старший бро, ты не можешь отказаться. Все так же, как и Самори. Мы всегда рядом, чтобы поддержать тебя. Ага, ты прав. Ха-ха, это так глупо. Не волнуйтесь, ребята. Если кто-то или что-то попытается вам навредить, я смету его с дороги. Положитесь на меня. И не забудьте обо мне. Я тоже, если что, помогу. Да, да, вместе мы справимся. Пойдемте в лес к западу от пня. Веди, Амори. Так, сначала надо сохруницу. Сохруницу. Не, подожди, сначала надо покушать. Покушать. Конфетки. О, да, вкуснейшие конфетки. Хотите перекусить? Хотим. Отлично, так, что такое? Хотите устроить пикник? Да, хотим. Посмотрим. Вон Марги. А вон Неб. А вон Хэппи. Браус, Нос. Стоп, нет, это Марги. Что ты делаешь, Кел? Ничего. Просто пытаюсь запомнить все имена. Ты все еще не знаешь всех по имени? Как ты мог? Мне жаль, ладно? Я просто хочу веселиться. Мы все тут веселимся, ведь так? Имена второстепенны.
Все в порядке, Обри. Хира тоже ничьи имена не помнит. Наверное, это семейное. Эй, я работаю над этим. Некоторым это дается легко, другим же нужно учиться. Не у всех память, как у Амори. Так, и сохраняемся. Ух ты, ух ты! Я так давно ждал этого события. Воистину замечательный день. О да, о да. Наконец-то наша славная принцесса Душечка покажется миру. О боже. Я еле сдерживаю свой восторг. Это шоу точно будет самым шокирующим шоу всех времен. Ой-ой-ой-ой. Нужно поторопиться. Наши билеты на шоу на 4 места в первом ряду не могут пропасть зря. Самое время насладиться жизнью, нам нельзя опаздывать. Так, а в какую нам сторону? Ну не в сторону же меня, ну ё-моё. А я могу бежать? Нет, наверное, надо их победить. Ай, ладно, атакуйте все, короче. Ого, класс! Эти ростокроты обронили какие-то билеты. Дай посмотреть. О, билеты на первый ряд на какое-то шоу. В главной роли Душечка? Это же бывшая девушка капитана Космопарня, да? Ого, кажется, какой-то конкурс. Если мы будем проходить мимо, можно зайти и посмотреть. В конце концов, у нас билеты в первый ряд. Ну, ладно. Может, и зайдем. А может, и зайдем. А может быть, забудем все и сбежим. Сейчас мы эту паутину порежем. Готов, Амори? Мы с тобой, если тебе понадобится помощь. Так, Хира? Что? Да, конечно. Ты больше не боишься пауков. Амори? Спасибо, что принял удар на себя. Ура! Лес светлячков. Я тут подумал, давайте поищем Базилия где-нибудь еще. У меня мурашки от этого места. Да не бойся ты, Кел. Это всего лишь пара паутинок. У тебя паук в волосах. Что? Где? Убери его. Да я шучу. Ну и кто теперь напуган? Не очень-то и смешно, Кел. Кел. О, это тележка как в Айзике. Поехали!
Куда? Куда? Обратно. Слышь, да что такое? Блин, тупая тележка. Арбуз! Вы получили куриное крыло. Страшно, кролики ходят. Ой! Капец, он выдал! Одно хп! Ё-моё! Капец. И ради чего? Ради арбуза? Вы получили вишневую газировку. Спасибо, блин! Нашли коробок спичек. Не-н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 е. О, сохраночка! Так, сначала хавалку. Захавали. Зеркало какое-то магическое. Давайте в него посмотрим. О, это же я. Парящее зеркало. Твои друзья тепло улыбаются позади тебя. Прикольно. О, паучи, Андрей! О, это я зажгу? Мать моя женщина. Что так стрёмно-то? На скорость надо делать или чё? Я ничего не понимаю. Я ничего не понимаю. Я понял, надо через shift. Надо было в ту. Я понял.
Стоп, тихо, тихо, тихо. Есть, вы нашли деревянные рельсы, моё. Фуф, можно пойти восстановить дорогу теперь. А тут как бы и недостаточно этого. Возможно, нам теперь сюда. Да. Есть. Здорово. Свечка. Хник, хник. Я нигде не могу найти моего плюшевого мишку. В последний раз, когда он был у меня, кажется, я гулял по большому розовому замку. Если вы когда-нибудь его найдете, можете принести его ко мне. Он наверняка чувствует себя очень одиноко. Какой-то квест нам дали. Я забыл, что мы через Shift можем передвигаться. Так. Ага, вот и мишка плюшевый. Арбуз. Вы получили подарок. Сюда мишку. Фига мишка, блин. Редкий мишка. Просто, блин, разнес всю команду, блин. Капец. Я пришел осуждать, а что осуждать-то? Избиение медведей? Капец. Что у нас с дорогой? Ай, дорога вся. Ладно, я знаю, как это проходить. Мы это быстро пройдем. Так, свечку. Так. Слушайте, я еще за арбузом успею сходить. Не успел. Нет медведя за то, что он избивает человека. Понимаю. Так, кусочек железной дорожки. Теперь вот сюда, к пауканам. Ёп! Чонкер ногами.
Поехали. Кусочек железной дороги. Так, сохранимся. И, наверное, все. Закончим выпуск. Потому что мы уже и так наиграли много. Ну что ж. Спасибо, что посмотрели. Это было Мори. Если вам понравилось, то поставьте лайк. Также не забудьте подписаться на канал. С вами был ChibiCPlay. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока!